В Чебоксарах госпитализировали троих детей с признаками отравления парами хлора в бассейне сауны. Там они отдыхали вместе с родителями. Сейчас проверку проводит Следственный комитет. После посещения бассейна трое девочек 10 и 13 лет начали кашлять. Появилась резь в глазах. Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, отобрали пробы воды, воздуха и дезинфицирующих средств. К проверке также привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Пострадавшие девочки были госпитализированы вечером 17 марта с предварительным диагнозом острое отравление парами хлора. Следовательно, проводится проверка на предмет соответствия оказываемых в сауне услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.